Медитация «Семья Света» – это медитация-настройка по созданию и укреплению объединенной чакры, единого поля света, окружающего и пронизывающего твоего тела. Расположись удобно, комфортно, руки открой ладонями вверх и произнеси «Я, фамилия, имя, отчество». Готова получить настройку на объединенную чакру. И прошу мое высшее Я настроить меня на объединенную чакру, если это является для меня во благо. А теперь просто иди за моим голосом. Представь, что текст идет от тебя. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, открывая сердце чудесному шару света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою горловую чакру и чакру солнечного сплетения в одно единое поле света внутри и вокруг моего тела. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою лобную и крестцовую чакру, расположенную чуть ниже пупка, внутри и вокруг моего тела. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою коронную и корневую чакру в одно единое поле света внутри и вокруг моего тела. Круг моего света становится еще шире. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою альфа-чакру над моей головой и мою омега-чакру за моим позвоночником в одно единое поле света внутри и вокруг моего тела. Круг моего света становится еще шире, еще ярче, свет сплошной и ровный. Я позволяю волне Метатрона резонировать между моими чакрами, позволяя мне полностью осознавать, что есть свет, единый свет. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою восьмую чакру над моей головой и мои колени в единое поле света. Я позволяю моему эмоциональному телу соединиться с моим физическим телом. Я есть единый свет. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою девятую чакру над моей головой и мои икры в единое поле света внутри и вокруг моего тела. Я позволяю своему ментальному телу соединиться с моим физическим телом. Я есть единый свет. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою десятую чакру над моей головой и то, что под моими ступнями, в единое поле света внутри и вокруг моего тела. Я позволяю моему высшему Я, чем я являюсь на самом деле, соединиться с моим физическим телом. Я есть единство света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца,
позволяя свету расти, объединяя мою 11-ю чакру над моей головой и то, что у меня под ступнями, единого поля света внутри и вокруг моего тела. Я есть единство света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою 12-ю чакру высоко над моей головой и то, что у меня далеко под ступнями, в одно единое поле света внутри и вокруг моего тела. Я позволяю источнику света стать со мной единым целым. Я есть единство света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца. Я прошу, что мой высший уровень моего духа засиял из центра моего сердца и совершенно заполнил это единое поле света. Отныне я излучаю свет. Я есть единство света, и я держу это чувство, ощущение, осознаю, я свет. Я излучаю свет, я единое поле света, и это так. Прислушайся к своим ощущениям в теле. Старайся уловить то ощущение, которое указывает на легкость, на наличие светового поля вокруг и внутри тебя. Не стремись удерживать это ощущение. По мере прослушивания этой медитации сонастройки в течение месяца, световое поле, имеющее на разных уровнях разные вибрации, становится более устойчивым с каждым прослушиванием. Сейчас просто расслабься и позволь интегрировать световой процесс своим мысленным принятием, слушая ощущения в теле. И это могут быть разные ощущения. Могут пойти слезы или тихая радость. Просто позволь эмоциям выйти легко и интегрировать ясный солнечный день внутри себя. Позволь наполнить себя и свое пространство светом. Свет внутри и вокруг. Я есть свет. Всего вам доброго и светлого. С вами я, Ольга Мира, проводник света, божественных энергий.